Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, с личным составом оперативных подразделений проведены тактико-специальные учения. Точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях. Также команда успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий. Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных подразделений.